Хей, окей, с вами Шурки, мы продолжаем проходить игру под названием... Я не знаю, почему она ДВ называется, А2, но это у нас... Steam World Dig 2. Короче, в прошлой серии мы открыли второй уровень этажа, мы исследовали с вами, получается, вот эту часть, немножко исследовали. Ну, там еще, походу, есть тайник, который можно найти. Ладненько, давайте, короче, отправляться. Как можно понять... От слов жителей, где-то там внизу находится прибор, с помощью которого мы сможем с вами ломать, так сказать, кирпичи. Я думаю, это как раз то, что нам нужно. Так. В эту сторону, да, пойдем? Давайте-ка я быстренько сюда вкопаю. Чтобы запасной был проход. Это на всякий случай, если вдруг что. Так, шестерня. Ага. Так, хорошо. Это дело у нас с другой стороны все делается хорошо. Хорошенько, хорошенько. Черный участок, это значит, мы не можем здесь пройти. А вот как раз место. Так, давайте, наверное, воду, во-первых, освобожу. То, что, мне кажется, нам не пригодится в дальнейшем. Что мне кусать за ногу? Жучки какие-то. Найден секрет, хорошо. Возвращаемся в эту часть. Наверху там ничего нету, поэтому я не вижу смысла туда идти. Наша медь. Ага. Сломать песок равноценно то, что все сейчас упадет. Это структура наша. Так, окей. Блин. Сломал. Ладно. Здесь проход у нас есть. В какую-то пещеру. Сейчас мы с вами все это сделаем нормальненько. Узнаем, что это за проход. Опа, куда-то туда. Бомба. Брелинг. Брелинг, брелинг, это хорошо. Так, подожди. Секрета, секрета, это секрета. Нам ниже. Вот видите, в чем херня? Жуки могут ломать довольно быстренько то, что мне не нужно ломать. Это плохо. Не ломайте то, что не нужно ломать. Они просто создают мне обвалы этой херней. А, места нету. Ну, придется возвращаться, а что делать? А, блин, а интересно, продают ли телепорты? Помните, в первой части, чтобы не тянуть так время, мы с вами покупали телепорты. Мне интересно, есть ли они здесь. А пещеры будем... Ну, если доступны, конечно, будем их сразу исследовать. Враг 9. Угу. Сразу шестеренки, улучшение. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Модификация. Так, лапы. Карма. Получена модификация. Так, отличная защита в опасной ситуации. Что это у нас? Сокращает урон при падении. Поймай меня, ведь ты сможешь. Это действует на что, мне интересно. Ладно, давайте тогда уберу сдоп хп. И поставлю на ботинки. У нас с вами на самом деле быстрое прохождение, потому что, как вы видите, мы сразу понаходили много денежек, что позволяет нам довольно быстро все прокачать, то, что мы уже вкачали, конечно же.
Осталось только отбежать до того места. Ой-ой-ой. Ладно. Опыт никому еще не мешал. Новый опыт 20% на продажу. Ладно, погнали в пещеру. А хотя нет, ребят, давайте я, наверное, схожу все-таки за тем материалом. Чтобы он не потерялся. Ох, черт. Как бы вас так убить? Ха! Ха! Так он может и своих убивать. А, вот это вот неожиданно. Ладно, потом с другой стороны обойду, короче, и соберу те камни. Давай, поехали. А, то есть вы мне предлагаете потом резко бежать? Когда, ну, все обваливается. Так, сначала сюда. Так, тут секреток нету, хорошо. Теперь наверх. Так, эта фигня у нас с другой стороны хорошо открывается. Так, тут камни, это тоже будет все обваливаться. И нам придется это все дело быстренько делать. Поехали. Быстро. Все довольно быстро делается. Плюс еще шестерни. Ну, понятное дело, что шестерни довольно полезные в игре. Так, и я там видел где-то в секретку еще. Опа, здесь вот. Спелеопожурнал. Спелеожурнал. Так, сразу свет берем. Давайте посмотрим, что за спелеожурнал. Товарь. Спелеожурнал, дневник Брианы Гирсон, отважной исследовательницы, побывавшей в самых темных уголков Археи. Здесь упоминается о нехватке храбрых добровольцев, которые готовых вести раскопки и исследовать дальнейшие территории, несмотря на аляпаватые картинки. Дневники навевают грусть. Когда в копываешься в бездну, она начинает докапываться до тебя. Это то же самое, знаете, как выражение, когда ты смотришь в темноту, то есть темнота смотрит на тебя. И у нас уже с вами 6 артефактов, что говорит нам о чем? То, что я могу получить какую-то халявку. Да-да, да-да, халявка. Ладно, давайте теперь в эту сторону. Так, я говорил, что сюда, да, подкопаю все это дело. Нужно быстро подкопать, чтобы убить того жука. Ох, не успел ничего сломать. И это хорошо. Так, ты тоже не успеешь. Ладно, этот пускай успел. Но это ему ничего такого не дало. Ну, видите, они типа копают, когда... Ой-ой-ой. Когда на них свет действует. Вот, типа, на него свет попал, и все, он начинает копать. Медоварь. Подожди, это что, только действует на большие камни? Хорошо, медь. Готово. Интересно. Ну, темные участки это туда, куда свет не попадает. Так, возвращаемся. Я хочу все это дело продать. У нас довольно всего с вами сейчас много. Поэтому возвращаемся. Да, какой-то плохой путь выбрал такой. Так, ну сколько здесь у нас по деньгам будет?
сейчас у нас сколько? 31. О, стоять. Так, это у нас много. Это у нас... Под 80 будет сейчас. Да? Под 80. Не, подожди, подожди. Отмена. Сначала к этому сбегаем. А, превосходно, ты уже... Да-да-да. В знак благодарности я дам тебе чертеж в своих запасах. Так, еще 10 нужно. Ядерное разнообразие. Хорошо. Сейчас посмотрим. Давайте сначала по шестеренкам посмотрим. Ого. Ядерное разнообразие. Текущая цветущая бомба, которая дает маленький шанс получить 3 радужных сферы при каждой победе над врагом. Ничего себе. Неважно, кто ты, откуда и что копаешь. А главное, чтобы костюмчик сидел. Текущая цветная броня, которая дает маленький шанс получить 3 радужных сферы. 3 радужных сферы — это как с первой части у нас было сразу вода, свет и ХБ. Ну слушайте, это довольно хорошая вещь, я считаю. Давайте я еще сразу куплю, если мне есть на что-то. Ну, броню куплю, понятное дело. Модификации. Так. Закаленный доспех. Классическая европейская закалка. Наносит урон всем, кто атакует вас в ближайшем бою. Так, в ближнем бою. Нахождение сидеть, чтобы их легче было обнаружить. Блин, я не знаю, но оно не очень так светит, на самом деле, если было так посмотреть. Поэтому я возьму сюда и возьму сюда. И... Ох, пипец, у нас уже ХП с вами, пятерочка. И спускаемся вниз, потому что, в принципе, все идет отлично. Мне бы фонарь улучшить. Потому что трата энергии идет уже большая. Трата энергии идет довольно большая. Сейчас еще на... Ой, тихо, давайте я врага попытаюсь убить. Блин, жалко, что мне энергию не дают. Ой-ой-ой. Так-так. Плохо. Отлично. Сразу показывают, где мне то, что мне нужно. Так, ну здесь у нас эти... Идут, как они называются. Ладно, давайте цвет подрублю. Тут у нас ничего. Чтобы они мне ни хера не сломали, я вот так сразу камешек на них скину. Ладно. Уговорили. Говорили. Руда. Пеноварь. Пеноварь. Грязно. Слишком много киноваря. Берил. Подрубаем свет. Та же самая медь. Что и обычно. Отлично. Спускаемся ниже. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Немного не туда пошел, ладно. Ах ты ж, ё-моё! Передвижение наверх. Сразу продам, чтобы время не терять. Смотрите, в принципе, 20 уже процентов. О, что я сейчас вижу?
Я вижу то, что я сейчас могу, ребята, подняться кое-куда. А именно там, где я видел ништяк, да? А именно там, где я видел ништячок. Это вот здесь. Тут есть подарок. А кто? Шреддингера. Понимаете, кто Шреддингера? Это имеется в виду на... А кота. Ну, кот-кошак. О-ля-ля, в этом аккумуляторном свертке может быть что угодно. Кукла, мячик или всего лишь некая структурализация пространства. Так, ладненько. Мне бы вернуться немного наверх. Потому что я мог бы что-то упустить ценное с той стороны. Либо здесь просто эти кактусы. И всего лишь. Да, всего лишь кактусы. Ладно, чтоб я потом смог отсюда выбраться. Поэтому сразу делаем так. Готово. Это не ломается. Медь. Готово. Поднимаемся. Фонарь подрубаем. Тут ничего не сломается. Плохая идея туда лезть. Вот что с фонарем у меня? У меня фонарь очень быстро заканчивается. Очень быстро заканчивается фонарь. Довольно быстро. Быстро, быстро, быстро. И наварит. Ладно, давайте я быстро энергию сбегаю, пополним. Блин, вот это только нажимать придется часто, да? Угу, сразу тебе продаем все. Так, за сорокет что-то могу улучшить? Нет, ладно. Но я за сорокет могу улучшить себе этот. Купить. А, даже за 25. Ну-ка, хочешь еще купить шестерню? Как тебе 50? Ух ты, не, это дорого. Вот за 50 уже невыгодно. Чем мне нравится, если тогда у нас трубы телепортировали только в последнее место, да, ну, откуда мы входили, выходили, то да, сейчас у нас это работает не так плохо. Так, отлично. Оп. Забираем. Забираем. Идем ниже. Забираемся. Забираем киноварь. Блин, я не знаю, типа двойная эта херь работает только на эти? На маленькие? Или как? Ладно ж, пойдемте. Комната с часовым механизмом. Сразу дает нам энергию. А, теперь я слышу звук. Так, а при чем здесь комната с часовым механизмом? И как вы мне это предлагаете сделать?
А я не понимать. А хотя я собрал. Это довольно легко. Блин, нет, это не то, ладно. Я хотел пульнуть ракету. Это очень легко, это очень легко. Пуляем ракету, поднимаемся и готово. Все, плюс шестерня. И да, пещера зачищена. Так, сразу на ту сторону. Ох. Копаем. Готово, войдем. Колючая панорама. Бам. Хм. Как видите, здесь... Вау. Какой механизм. Ух ты. Голубец. Так, голубец мы не читали. Голубец. А только вот есть его не надо. Ну, в принципе, да. Ирониум. В чистом виде довольно мягкое, но если подлить масло в огонь, становится очень жестким. Киноварий. Яркий, ядовитый. Сильфред ртути раньше использовался как краситель, с ним вы будете выглядеть на вермиллион долларов. Угу. Больше тут ничего нету. Маленькие мини-шахты какие-то такие. Очень мини-шахты. Бац. Мне просто энергия нужна. Сори, мне нужен свет. Я не знаю, что делать. Готово. Готово, киноварь. Киноварь. Очень много киноварь, но... Блин, мы довольно уже глубоко, почему мне дают только киноварь? Это довольно мусорный предмет. Так, там у нас прохода нету никуда. Хотя мы можем просто спуститься вниз. Сейчас они двоем пройдут. Бац. Сейчас этот придет. Вау! Ух, вот это было опасно. Ладно. Так, там навряд ли что-то есть. Капи, 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 капи. Там ничего нету. Копаем вниз. Поговорить. Знакомое место, может, секретное пристанище меня сюда и по пути наверх? Как думаешь, Аруны и Векторна еще глубже? Совсем глубоко. Мы пока в основной части шахты. А, ну ладно, просто спрашиваю. Теперь надо как-то пойти через эту дурацкую стену. О, пора что-нибудь взорвать. А, это не сработает. Стену строили после бомжанской войны, чтобы... Так... Эти ненормальные к нам не лазили. Бомжи отлично разбираются в взрывчатке, так что стены выдержат взрывы. Бац. Я вижу механизм снизу. Вау, там какая-то новая дверь. И я не хочу в нее сейчас входить. О, вот эти камни, да, которые мне нужны. Бац, бац, бац. Перелетаем. Ну, вы видите, да, типа... Ну ладно. Не суть важно. Давай денежки мне.
70. 84 дали. 14 плюс. Так, у нас сотка есть. Улучшение. А я улучшу фонарь. Модификация, так. Светильник. Ага, теперь нам, видите, требуется уровень 6. Так, призыв модификатора. Во тьме ночной при свете дня руде не скрыться от меня. Мне показалось, что он хотел со мной поговорить. Так, давай шестереночки. Рефлекс Гордона увеличит шанс автоматически уклоняться от падающих камней и подобных смертельных ловушек. Спасайся с огоньком. Нет, это не очень нужно, потому что вот представьте себе ситуацию. Вы стоите, да? И где-то там сверху на вас что-то падает. Справа, то есть, у вас тупик, слева у вас нормальный проход. И не дай бог он прыгнет вот в правую сторону, и вы в тупике. А прикиньте, если там мощная стена, куда уже больше никуда не пройти. Ладненько, давайте теперь пройдем в эту сторону. Вау. Говорить? Слушай, это... Что за место? Выглядит мрачно и опасно, посмотрим. Вообще-то здесь ничего не должно расти. Тут полно опасностей. Ура! Надо запаситься дополнительным для лампы, прежде чем туда лезть. Точно это и пошли. Ладно, давайте мы, наверное, туда же избегаем. Сейчас по-быстрому холор. Скорее всего, новые диалоги же появились, как обычно. Да? Я думаю, это... Понятно, что будет новые эти... Долокс, Джолокс, да, есть диалоги. И я нашла под стеной очень странный проход. Он зарос странными растениями. Ну, как по мне, так на той глубине все странным кажется. В конце концов, там странно бомжей недалеко. Мои остальные тупые сынки что-то говорили о заросшей пещере. Я думал, что у них так давление им в шурупы сместило. Так, ладно, все. Да, быстро туда нельзя перемещаться, зажали. Ну, так как мы знакомы с первой части, поэтому я думаю, мы не будем довольно сильно тупить. Блин, нужно будет за шестеренками сгонять ими. Интересно, справимся мы за 2 минуты? Ну, начнем, что здесь можно как-то пролезть. Ладно, давайте падать. Давайте падать. Так, вода, тележки. Какой-то грибок. Так, эта хрень пуляет медузами. 150 опыта. А стрелять медузами, медуза самонаправляющая. Окей, хорошо. Так, это у нас эти. Походу, знаете, у нас только увеличится ячейка для вот этих больших камней. Походу, что так. Вау. А, какие батуты. Это как были поганки у нас в игре, здесь немного и шары какие-то есть. Тремоли, так, к музыке относится... Так, отношения не имеет, к болезням тоже. Василек. В природе встречается редко, популярен у живописцев Нижних Нидерландов из-за красивого сияния оттенка. Слева оттенка. Так, это у нас блоки, которые самовосстанавливаются. Да? Да. Классно. Классненько, классненько. Вау! Ух ты. Ха-ха. Так они типа злобные, ну типа они вижут себе подобных атакуют. Блин, а туда наверх тоже можно залезть. Там тоже есть проход, слушайте. Ну блин, по 60 за камень, это сильно. Ага, наверх мне не вернуться, поэтому ищем воду где-то рядышком.
Не, не допрыгнул, ладно. Так, камунь. Василек. Я за ним спущусь, все равно. Ну, кажется, я за ним сейчас спущусь. А могу я вас атаковать? Да, они просто светятся. Ладно, мне, значит, сюда не пройти. Так, сюда можно пройти. Но это в одну сторону только дорога. Но это тоже вариант, как в одну сторону. Ладно, давайте сначала в эту сторону схожу. А потом посмотрим. А, то есть вы хотите сказать, я не допрыгну. Найс. Тогда да, тогда да. Тогда да. Не, пускай он спускается ко мне. Ой. Оп. Ха-ха-ха. Нормально. Оп. Плюс секрет. Так. 50 оттенков клише. Ну, это как фильм есть, 50 оттенков серого. 50 оттенков клише. Выхолощенная история, состоящая из... Так, пресной серой материи. Почему тебе не нравится эта книга? Спросила Скуку Тиша, заглядываясь в унылые... Так, водянистые глаза. Потому что она меня достала всеми 50 оттенками. Так, у нас уже с вами 8 штук их. Ладно, погнали в воду. Так, у нас, во-первых, свет уже заканчивается. А во-вторых, мне бы отхилить хп. Еще одна секретка. Да. Шестеренка плюс. Да, денежек у нас уже считать много. Ну, типа, с двух только 60 уже. Так, давайте сначала сюда. Ясно. А-а-а. Манать, они еще тоже отбиваются, как снаряды. Вот это опасно. Так, не ломается. Архея. Поговорит с Феном. Слушай, ну и местечко. Похоже, я под первым слоем стены как минимум. Надеюсь, эта станция где-то тут, неподалеку. А я надеюсь, мы так найдем что-нибудь клевое и взрывоопасное. Я надеюсь, мы... О! Транспортная пневматика. Так, свет включить. Поехали. Ух. У нас как раз с вами левел будет скоро. А 90 это плюс сапон, да? Найс. Улучшение. Требуется 6. Давайте, наверное, водичку прокачаем, да? Хотя увеличит... Нет, я, наверное, бомбы лучше. Очень мокрая бомба. Так, кислотная бомба. Не путать с кисломинной. Так, подожди. Я сейчас просто... Та-та, 3, стой, нахера. А, плитки, разрушенные бомбами, дают дополнительную водяную сферу. То есть я ломаю с помощью нее... Водяную сферу дают. Подождите. Плитка, разрушенные бомбами, дают дополнительную сводину. То есть я могу бесконечно юзать.
Ладно, давайте, наверное, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.